Улада открытая для диалогу и пропанов. Сегодня наместник старшини Гомельского облвыканкама Владимир Привалов встретился с коллективом областного института развития адукации. Гуторка тычилась развития региона, стану экономики, социальной сферы, молодежной политики, профилактики коронавирусной инфекции. Марина Северьянова с подробязностями. Маски, дистанцирование. Сустреча с Владимиром Приваловым проходит по всех обумовленных пандемией правилах. И тема ковиду на сустрече так само одна из центральных. Например, у наступном годе для медустанов Гомельщины планируют закупить еще около 10 аппаратов для компьютерной томографии. Частку покинуть у областным центре, остальные накируют у районы. С початку распавсюджвания ковиду для медицины из областного бюджета выделено около 100 миллионов рублей. Что утычется у вогуле размеркования бюджетных сродков, то 70% из них что год стабильный идет на социальную сферу. Тут Владимир Привалов сделал акцент и на проблемах людей с инвалидностью. В ближайших планах сделать, как вариант, группу у социальных сетках, где будут контактовать такие граждане с социальными и другими службами. Пилотный проект уже реализуют у Калинковицким районе. Не зря говорят, что здорового человека и человека с ограниченными возможностями отделяет мгновение. Поэтому нам надо сегодня всем подумать, каким образом дойти и достучаться до каждого инвалида, до каждого ребенка инвалида, для каждого человека, который сегодня не может по какой-то иной причине в силу здоровья прийти тот же кружок центра социального обслуживания. Он должен сегодня в любом случае получить то внимание со стороны общества, общественности и органов государственного управления. И это задача номер один, которую мы будем решать в ближайшее время. Другая частка сустреши – питание от коллектива. Люди цікавились, ати не отменят за пандемией новогоднее дитяче представление. Учали питання об термінах з'явлення вакцини від коронавірусної інфекції, о перспективах дистанційного навчання. Ми поговорили з удільниками зустрічі, щоб довідатися об їх ураженнях від діалогу. Закінчилась зустріч з заместителем председателя Гомельського облсполкому Владимиром Олександровичем Привалом. Ви задавали свої питання, були дуже активні. Після зустрічі, скажіть, яке взагалі впечатлення? Отримали якусь нову для себе інформацію? Ну, на мой взгляд, встреча получилась достаточно живой, актуальной, интересной. Они нужны для того, эти встречи, чтобы все-таки люди умели слушать друг друга и слышать друг друга, что самое главное. Владимир Александрович акцентировал внимание на необходимости ведения здорового образа жизни каждым, скажем так, членом нашего общества. И я очень солидарна, так как прежде всего здоровье наших детей, здоровье наших близких, наверное, это самое ценное на сегодняшний день. Так само Владимир Привалов пропоновал коллективу Гомельского областного института Тут развития адукации предоставить свои идеи для меркования на всебелорусском сходе. Марина Северьянова, Сергей Камко, телерадиокомпания «Гомель».